Всем привет, с вами Саня, добро пожаловать на кальянный канал NightSmoke. И у нас сегодня обзор на новиночку от Smoke Angels «Вкус помело». Кто не знает, табак, можно сказать, от Антона Джон Кальяна, презентован был где-то год назад. Я успел только попробовать кукурузу, понравилось, и какой-то чай забыл, матча, что-то вот такое, тоже, короче, вкусненько, вкусненько. Помело, я вообще не особо люблю цитрусовый вкус, но не так давно вот табум, без табачка, выкатил новиночку, попробовал я помело, они меня отослали, такой, блин, ну, типа, это вкусненько, и тут вот. Smoke Angels тоже выпускает, и я думаю, надо как-то мне чуть-чуть избавляться от моей вот нелюбимости к цитрусовым вкусам. Поэтому буду потихонечку начинать. Итак, помело. По описанию это у нас вкус мякоти помело или помело с цитрусовыми нотками. А пока что я не могу отодрать акцент. А, нет, все смог. Нормально, нормально. Просто хочу это сделать без ущерба упаковки. Отлично. Давай сначала же понюхаем, чем оно пахнет. Так, внутри у нас никаких буклетиков нету. Такие же наклеечки, как у Дарксайда, кстати. А что-то где-то они там мутят вместе. Что-то мне так кажется. Оп, аккуратненько. Кстати, прикольно пахнет. Знаете, больше похоже на мармелад какой-то вот из помело. Вот не на корке. Я такие где-то пробовал. Что-то там спари, вот которые сублимированы, такие корочки, по-моему, от помело. Они вот какие-то мыльные, отвратительные, очень едкие, не по мне. А здесь, ну, серьезно, больше похоже на мармелад. Чувствуется, в принципе, и мякоть. Такой цитрусовой корочки я прям здесь не ощущаю. Короче, пахнет неплохо. На забивку я возьму прямоточную чашу от компании Moon, мои партнеры. Кстати, если что, так что ссылочка, короче, в описании, подписываемся. Как будут забивать? Да, собственно говоря, никакой магии. Все это я сделаю пушисто и без касания. 25 грамм, как раз тут выходит это на полторы забивочки. Один раз покурить соло попробовать, а остальную часть уже в какой-нибудь миксец я закину. Я, кстати, должен заметить то, что листья, смотрите, здесь достаточно-то большие. И неплохо их для лучшего покура чуть-чуть либо порезать ножницами, либо просто пальцами разорвать. Табак достаточно мягкий, кстати, лист. Не у каждого такого встретишь. Так что пальчиком все легко. Оп-оп-оп. Разровняли. Колодец. Успешно сделали. Так, как я и говорил, в отступ покурю. Отлично. Уплот. Пау. На кальян готово. Все. Угли у меня уже греются. Скоро подойду. А пока кальян греется, хочу вам рассказать про компанию Avalon Technology, которая поможет вам заработать денежек. Как это работает? Для начала вы регистрируетесь по ссылке в описании. Дальше проходите в личный кабинет, и здесь вас ждут депозиты 4 разных видов. Минимальная везде ставка по 1,3%. А чем больше у вас срок вложения, тем больше вы получите дополнительных бонусов. Минимальное вложение всего лишь соточка, так что можете закинуть сатен, посмотреть, как оно все работает, понравится вам, не понравится, решите для себя, да и, собственно говоря, с выводом денежек тут тоже проблем не должно быть. Яндекс.Деньги, Киви, банковские карты, ну любой вкус и цвет. Так что переходите по ссылочке в описании, регистрируйтесь и зарабатывайте. Ну что ж, кальян прогрелся, время пробовать. Ну, на вкус она не такая мармеладная, как пахла из пачки. Действительно, тут есть сладость, но при этом еще есть неплохая такая кислинка. Радует то, что это не похоже на леденцы, как это иногда любят делать цитрусами. Еще меня порадовало то, что здесь нет мыльного проклятия. Блин.
прикольную формулировку буду теперь ее использовать. То есть, иногда цитрусы тоже бывают мыльные. Не, вкус на самом деле прикольный, мне понравилась помела. Но вот, конечно, в соло я не готов ее курить. Для меня это чисто миксовая тема, куда-нибудь закинуть. Для такого кислого, сладенького цитрусового вкуса. Курица, кстати, мягко. То есть, на кур есть. У меня, блин, да, у меня даже никакого обзорчика не было на Smoke Angels. Ну, кто знает, кто не знает. По крайней мере, сейчас забил, как сказал. Как, вернее, показал. На прямоточке пушистенько, без касания, удара по горлу нету. Такой есть плавненький накор. Ну, короче, что сказать. Добротно сделано, хорошо. Мне понравилось. Вкусненько. Кто любит цитрусовую тему, обязательно попробуйте. Ну, в общем-то, наверное-то и все. На этом мы с вами будем заканчивать. Обязательно подписываемся на мой канал. Обязательно подписываемся на партнеров канала Чашечки Мун. Почему-то я поставил логотип трёхи. Ну, ладно, это коллаба, но... Но Мун должны быть на первом месте. Подписываемся на партнеров канала Чашечки Мун. Пишите свои комментарии, кто уже успел попробовать этот вкус. Ставьте свои лайки. А с вами был Садник, кальянный канал Nice Mock. Всем вам дымных и вкусных кальянов. Всем пока!